А в минувшую пятницу, напомню, маршрутка с жителями Гомельской области столкнулась с грузовиком под Николаевом. Погибли 5 человек, 12 получили травмы. Трое до сих пор находятся в медучреждениях Украины. И, как нам рассказали в Центральной районной больнице Кривоозерска, пострадавший идет на поправку. Не исключено, что в ближайшее время мужчину отправят на лечение домой. Еще двое находятся в областной больнице Николаева.